крепость недоверия, наверное. Доверять надо. Ну, как бы доверять, но все равно проверять. Потому что детям, вот говорю на примере, то, что чуть-чуть упустишь, уже двойка. Так, по какому иному там предмету. Дневник не проверила, месяц не проверяю дневник. Думаю, отлично, смотрю, нормально вроде бы ребенок реагирует. А тут раз, два. Не проверила вовремя. А не все доверять можно. Но я им часто объясняю, что все равно вы должны... Во-первых, я для вас мать, как Бог для вас. Мое слово должно быть закон приоритете. Ну, я прислушиваюсь, стараюсь прислушиваться к вам. Конечно, я, может быть, где-то жесткая бываю. А если не быть жестким, то как, кем они станут потом в дальнейшем? Вот хочется немножко, чтобы они людьми стали, неразлюляемыми.